Добрый день, уважаемые подписчики! Это первое видео на канале Милован Шоу. И прежде чем мы с вами распакуем вот эту вот штуку, которая мне пришла с сайта AliExpress, я вам расскажу небольшую предысторию. Где-то месяц назад примерно мне попался старый-старый компьютер. В нем были очень древние комплектующие. И передо мной стояла задача в этого старичка вдохнуть жизнь, то есть сделать его чуть-чуть живее, чуть-чуть быстрее. Он был настолько медленный, что когда я грузил систему, я поначалу думал, что система не грузится из-за того, что поврежден загрузочный раздел жесткого диска. А оказалось просто, что эта система долго загружается, я к этому не привык, и нужно было минут 7 подождать, тогда операционная система загружалась. Значит, когда же я очистил его от пыли и посмотрел, что находится внутри, то в качестве процессора там стояла вот такая вот штуковина. Сейчас я вам ее покажу, расскажу об этом процессоре. Я его уже заменил, то есть процессор я тоже заказывал на AliExpress. Значит, вот. Значит, автофокус ничего не поймает. Поэтому расскажу так, значит, это процессор Intel Celeron D 336 с частотой 2,8 ГГц, при этом это одноядерный процессор. Старье, реально старье, и поэтому его нужно было заменить. Я его заменил тоже на Целероновский, но чуть-чуть покруче частота у него, что-то 3,2, по-моему, частота у него была, или 3, или... Он стал чуть-чуть быстрее, значит, процессор. Убираем. Что касается оперативной памяти, там стоит на данный момент 256 мегабайт, то есть это очень и очень печально. Система тормозит, система еле-еле грузится, поэтому нужно больше оперативной памяти. И именно здесь оперативная память. Почему я заказывал оперативную память на AliExpress и почему я не заказал ее в каком-нибудь интернет-магазине местном, да, в России? Почему, вы сейчас поймете. Значит, убираем этот китайский стандартный пакетик и видим огромное количество поролона. Меня, кстати, это очень удивило, когда я пришел на почту, я знал, что мне пришла только память и никакого другого товара мне не должно прийти. И вот мне подают вот такую вот толстенную упаковку, я думаю, что-то пошло не так. Где-то или почта России сбилась, или может я что-то не так понял. Однако дома все окончательно прощупал и понял, что это просто оперативная память, завернутая в огромное количество упаковочного материала. Значит, в качестве упаковки здесь поролон. Кстати, этот поролон, вот этот вот, мы используем в следующих видео. Не забывайте, вы его еще увидите. Так вот, значит, за то, что упаковано так хорошо, я уже выразил благодарность продавцу. Молодец вообще. Отправил очень качественно. Значит, посылка сразу по доставке шла на протяжении, чуть меньше 21 дня, где-то примерно 18 дней. Трек номер отслеживался, и мне даже пришла смс-ка от Почты России, что меня ожидает посылка. То есть это очень хорошо. Мне это очень понравилось. Итак, почему я заказал данную оперативную память на AliExpress? Давайте я приближу, и вы все поймете, надеюсь. Значит, тип памяти DDR. Даже не DDR2, а просто DDR. Память древняя. И ни в одном интернет-магазине России, по крайней мере знакомых мне, я подобную память не нашел. Апгрейд этого старого компьютера был ограничен в бюджете, максимум 1003, с учетом того, что надо еще видеокарту новую поставить. Поэтому я тоже был ограничен в деньгах, касаемо оперативной памяти, и заказывать что-то иное, искать, пытаться я не стал. Просто зашел на AliExpress и, к своему удивлению, обнаружил, что DDR-овские планочки там еще есть. Значит, вместо 256 мегабайт, которые сейчас стоят, я заказал две планочки по гигабайту. Что касается стоимости, одна планка в пределах 350 рублей, то есть две планочки мне обошлись всего 700 рублей. Значит, производитель. Компания Mogul. Честно говоря, компания абсолютно мне не знакомая. Я посмотрел в интернете отзывы, говорят нормально, то есть память хорошего качества, хорошо работает. Значит, давайте откроем вот этот вот пластиковый кейс и посмотрим на саму планочку. Значит, действительно DDR1, да, если вы посмотрите вот на этот вот подслот на оперативной памяти, действительно DDR1. Значит, автофокус ничего не ловит, но здесь написано, что у нас 1 гигабайт DDR 400 DIM 2,5 вольта.
В общем-то, все, что нужно знать про эту оперативную память. Как она работает, я вам пока не скажу, потому что в следующем видео мы ее с вами вместе установим, и я вам покажу этот самый старый древний компьютер, ради которого вот это все дела и затеялось. Значит, ссылку на эту оперативную память, если захотите вы ее купить, будет в описании к данному видео. Значит, вот этот поролончик мы с вами используем, когда будем менять оперативную память. Я вам покажу, для чего он нужен. Я его сохраню, выкидывать не буду. Очень полезная вещь, в хозяйстве пригодится. И ждите еще новых распаковок, новых обзоров, которые в скором времени появятся на канале. Чтобы не пропустить новые видео, подписывайтесь на этот канал, обязательно поставьте лайк этому видео и поделитесь им с друзьями. На этом все. Всего доброго!